И немного о спорте. Поддержать начинание юных футболистов. С такой целью в Махачкале прошел открытый турнир на призы депутатов городского собрания. За почетные кубки и другие ценные призы боролись 17 команд. Имена чемпионов узнаем в материале Курбана Рагимова. Вперед, дома! Ошибка в обороне, выход один на один и гол. Работа нападающего – оказаться в нужное время, в нужном месте. Игрок Семендера Амир Кучаев свои задачи на поле знает. 9-летнего футболиста вдохновляют успехи звезд мирового футбола. Я уже хожу 2 года, хотел бы настоящим футболистом быть. Я хотел бы быть как Роналдиньо. Стать профессионалом мечтает каждый мальчишка. Организаторы уверены, такие турниры служат для детей трамплином в мир большого спорта. За победу здесь борются 17 команд из Махачкалы и пригородных поселков. Возраст юных игроков от 9 до 10 лет. Два тайма по 15 минут. Игры проходят по олимпийской системе на вылет. Борьба на поле развернулась нешуточная. Для многих детей турнир дебютный. Поэтому главное справиться с волнением. В этом помогают и тренеры, и родители. В первую очередь хотелось бы, чтобы он вырос здоровым, а там уже как все сложится, его профессиональные навыки, нас вот, тренера вкладывают в душу, да, в наших детей. Вроде и есть результаты, есть на кого равняться нашим детям. Вот, вроде все хорошо, будем надеяться, как все получится. Настроить игроков и оставаться лидером в любой ситуации. Хэт-трик форварда Олимпа Мухаммад Расула Кадырова помог его команде в финале обыграть сборную Махачкалы. С 15 голами он стал лучшим бомбардиром и получил главный приз. Выиграли все матчи, мы стремились к этой победе. Мы тренировались долгие времена, и еще мы должны были выиграть этот турнир. То есть задачу тренер поставил? Да. Сам забил 15 голов, ну и хочу поблагодарить ребят, которые мне помогали. В одиночку такого успеха не достичь никому. На победу работает весь коллектив. Здесь воспитывается командный дух. Поэтому организаторы и решили провести именно футбольный турнир. Футбол – это массовый спорт. Здесь больше детей вовлечено. В отличие от единоборств, там, как бы, здесь больше людей может быть приурочено к данному мероприятию. Поэтому мы решили поддержать футбол. В дальнейшем хотим поддерживать именно игровые виды спорта, потому что больше детей вовлекается во все это. Турнир прекрасный, очень хорошая организация, хорошее судейство. Дети просто выдаются на все 100%, выкладываются. Я считаю, что не только 1 июня, да и вообще все оставшиеся 365 дней в году надо уделять внимание досугу наших детей, организовывать так, чтобы это было на хорошем уровне, чтобы этим занимались спортивные школы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить спортивную школу «Олимп» за то, что они весь год, все годы занимаются детьми и воспитывают их именно в духе любви к здоровому образу жизни. Это самое главное. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.